Спасибо, да, медаль чемпионат мира. Да, хотел сыграть в финале, хотел бороться. Матч правильный был. В общем, это успех. Быть в тройке призеров. Уже 11, 13, 15, теперь 15, да, 17. Я думаю, для нашей сборной не думаю, а уверен, что это достаточно большой успех. Спасибо, ребята, большое, да, поздравляйте вашу болельщику. Ты сегодня возглавляла команду, почему? Виктор Викторович вчера плохо стал после игры, ну, видимо, перепад температуры и давления. Да, да, мы общались, сверху мне передавали информацию помощнику. То есть на этот раз не было? Нет, не было. Да. Ну тогда, видимо, было кто-то дисквалифицирован, кто-то не заявлен. Ну это было так коротко, то есть прям такие, как я сказал, короткие фразы, которые можно было там кого-то менять, с кем заменить, когда остаться, когда менять, не менять вратаря, там, когда что, вот так. То есть это было там 5-8 фраз, но именно такие, которые ну, не требуются. Вот у Морея играет не знаю, 36 минут. Это какой-то связанный с футболом 2003 года. Да нет, у него здоровья хватает. На самом деле, Датини играет и в Бразилии, много играл без замена. Родриго, да, он не меняется. Опыт, мастерство, физика на высоком уровне, что он доказывает это весь турнир в турнир. Поэтому его физической готовности, я думаю, что не составляет особо. Как я понимаю, может память меня обманывает, но мы на этом турнире за 6 матчей нет уже такого не берем. Да, наверное, не обнит, но реализация штрафных очень-очень плохая. Да, меня никак не можно забить, все рядом, все вратаря отбивают. Это вы видите со стороны, что почему-то мы не можем изъять сейчас забить короткие штрафные, попасть и забить. Да, хорошо, что выходит с игры, там стандарты помогают, с игры забили. Так что ничего страшного, значит, так и сделано. 2-3 минуты до конца остается, ведем один мяч, выходит автофедер. Играет. Нет, это смелость, наглость или что? Что это такое? Не, на самом деле он просто переиграл свою большую смену. Ребят не выходил минут за 8, минут 4 он отыграл. На 5 минуте он успел убежать, а тут за 3 минуты играли бы ребят поопытнее. Это, ну, наглость, а что? Ну, он без эмоций, да, в этом плане он по большому счету по-хорошему наглый, так что все нормально. Надо было работать, надо было бегать по вратаря, а здесь он засиделся немножко, поэтому пришлось его использовать. Праздновать будете? Да, после награждения, я думаю, да, попраздновать. Сейчас быстро в отель сделаем, по-моему, переоденемся, приедем награждение. Да, да.